Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають Селебретіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ». Вітаю усіх зі студії Київ ФМ. Це програма Кава з молоком. І сьогодні в мене в гостях модель плюс сайз Міла Кузніцова. До речі, володарка рекордних для України натуральних грудей 15-го розміру. Я правильно все сказала? Так, да, звісно. Привіт, міла рада, рада тебе бачити. А, до речі, пригощаю тебе каву, кавою і пропоную нашу розмову розпочати, розпочати з кави. Тин-тин! Завжди, знаешь, Тин -тин. роблю так со гостями. А, Расскажи, как начинается твой ранок, с чего начинается? Ну, если честно, я просыпаюсь и сразу смотрю в телефон. Ага. У меня такие две соцсети, это Инстаграм и ТикТок. Я вот последнее время увлеклась ТикТоком и хочу там много подписчиков, я вот смотрю, сколько добавилось. Ну, на данный момент, наверное, уже больше ТикТок меня полоны. А сколько, сколько в тебе уже в ТикТоку подписчиков? Ну, у меня две подписчики. страницы. На одной странице там 250 тысяч, а у меня 100 тысяч. Ага. И я как бы развиваюсь и хочу... Ну, ТикТок — это, конечно, надо снимать какие-то дурацкие видео и смешные. Ну, в принципе, это не проблема для меня. Я сама позитивный человек. И я кайфую от этой соцсети и стараюсь набрать больше подписчиков. Но я знаю, что в в иннстаграме уже десь більш чем пив 800 тысяч50 тысяч в иннстаграме но если честно я уже забросила как-то instagram потому что там надо какие-то серьезные посты красивые фотографии а, я единственное там вед stories и это обязательно каждый день но там это правило там в Три, 4, 5 stories, чтобы аккаунт был интересен. Ну, и... ты на этом зарабатываешь уже деньги. Кстати, я хочу сказать, что ты не только модель, плюс сайз, ты ще и блогерша, правильно, на своих социальных страниках. Да, я блогер, я рассказываю, вот, например, куда я иду, где, где я бываю, там, что я ношу, очень многие интересуются так как я одеваю красивые одежды, надеваю Открыто да, декольте, да, как сегодня декольте. слухачи наши не видят, ну, возможно... Многие интересуются, где я покупаю одежды. Самый часто задаваемый вопрос, где я покупаю лифчики. <tapar> а где ты, покуп... где ты Ну, а, В Украине их можно купить такого размера? Ну, например, вот такой вот фирмы, в котором я сегодня, такой очень красивый, а, его в Украине нет, я заказываю с Англии. Угу. И две недели он у меня в Англии и, слава богу, делают бюстгальтеры на маленький объем под грудью, на большую грудь, и, как я говорю, нету там грудь вправо, а грудь влево, красиво. Угу. А, вот красивые, которые там не стыдно даже в них фотографироваться. Ну, у тебя очень красивая и ты часто делаешь светлые, ты их выкладываешь в социальные сети. А какой у тебя размер? 15 размер грудей, я знаю. Да. А если ты выбираешь нижнюю белизну каждая фирма это да. индивидуально угу. потому что есть например польские бренды которые там э L, M, N буквы, э, ну это они тоже редко попадаются. Английские, там чуть-чуть другие размеры. Ну, размеры размером рознь. А, есть размерная сетка, то там может быть э, и буква и К, и L, и M. Ну, в общем, от К буквы. И я хочу сказать, что я часто еще могу взять, например, поменьше бюстгальтер, чтобы... Она не полностью вот, знаете, как закрывает э, грудь такие бабушкины бюстгальтеры, А я люблю, чтобы вот так чуть-чуть закрылась, чтобы красиво это ложилось в декольте. Расскажи, как ты стала моделью плюс сайз? Ой, наверное, я, как каждая девушка, там смотрела те, э, телевизор в детстве. Я такая смотрю, все такие классные, красивые. И э, был такой проект модель Excel за да, телевизионной проект. Да, да, второй сезон, один плюс один, и я в нем поучаствовала, приобрела эту уверенность в себе, что я красивая, что это нормально иметь большие формы, большую грудь. Меня начали приглашать на фотосессии. Я сейчас очень много фотографируюсь, так как я, ну я считаю, что у меня красивая фигура, и я очень много, например, фотографируюсь в белье. Это mm -hmm. очень красивые фотосессии, купальники. Я бачу. Да. Да. <связь> так что у меня нету таких каких-то стеснений, что вот, э, если у меня большая грудь, большая попа, то мне надо одеть мешок и всю эту всю эту красоту закрыть, чтобы никто не обсуждал, э, осуждал. Особенно женщины любят там сказать: "О, прикройся", да. Мужчинам это нравится, да. И у нас уже такое общество, в общем, все делают все то, что хотят. Uh -huh. Кто-то хочет, одевает красивую одежду, кто-то бьет татуировки, у кого-то, не знаю, длинные ноги, одевают такие шортики, говорит, а, 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 мама, у меня трусы больше. <с> ну, кто как хочет, сам себя... Ну, ты и... зараз активно, я знаю, занимаешься спортом, мы до этого э, повернемся трешки позднее. Давай да. все-таки, как ты стала моделью плюс сайз, ты сказала, что да. да. был проект телевизионный. после этого проекта меня начали приглашать, угу. я уже сказала, и мне это нравится. Я начала фотографироваться, я начала себе еще больше нравиться. Uh -huh. я, э, у меня была, ну, может, какая-то неуверенность до вот этих всех, всех э, телепередач. А сейчас я стала намного увереннее. И сейчас... Где отбывался этот конкурс Мисс Всесвит плюс Сайз? Б... Я участвовала, в да, принципе? я участвовала в Украине, стала Мисс Украина плюс Сайз, и а, меня национальный директор отправила на Мисс Вселенная плюс Сайз, это было на Карибских островах, остров Сент-Винсент. А, очень красивое, кстати, место. Ну, очень тяжело туда лететь, потому что надо лететь два дня в, э, в Канаде, один день. Ну, в общем, такой тяжелый перелет был. Я как-то вот. Ты сама ездила? От чего? Да, я сама летела. Uh -huh. Ну, у меня я много путешествую, у меня нету таких проблем, что если я осталась одна в городе, у меня какая-то паника. Я, в общем, свой среди чужих, я могу везде разобраться. У меня не идеально английский, но что-то там спросить, что-то понять, я могу без проблем. И а, потом я Участвовала на мисс Мира плюс айс, который был а, в Киеве, uh -huh. а, выиграла главную корону мисс Мира плюс айс королева. И а, для меня это было важно. И каждый конкурс, каждая фотосессия повышает уверенность в себе. Я еще хочу сказать, что а, очень интересно, вот когда девушка соглашается участвовать в каком-то проекте, конкурсе а, меняется круг общения. Так, это правда. Да, и а, появляются люди, которые тебе помогают, которые, которые тебе нужны, нужны и ты, тебе не надо там как-то их искать, там, говорить, там, придумывать что-то, как бы э, ненавязчиво там что-то попросить. Ты, ты, у тебя появляются очень классные люди, которые тебе помогают дальше по жизни. И, э, например, э, я участвую сейчас во многих проектах. Э, сейчас идет э, э, ⁇ Спевают все ⁇ Я сейчас там в жюри в Звездной сотке». Да. Еще две серии осталось, так что можно посмотреть. Ну для меня каждый проект это более уверенность в себе. Угу. А, скажи, вот мы заговорили про конкурс. Ты, сказала, что ездила на Карибы, правильно, да? Yeah, на а были конкурсантки тоже с таким великим размером грудей? Чи ти все-таки была номер один среди всех участниц своих. Ну с таким размером груди, наверное, номер один, как это говорится. Но я хочу сказать, что я, наверное, там была самая худая девушка. Вот как-то в свои, там, 93 килограмма, да, я не, не могу сказать, что я там худенькая, да, ну, мы там гуляли по городу, ходили к премьер-министру, и все такие, ой, какая она плюс-сайз, она худенькая, а там такие латиноамериканки, такие, знаете, вот они очень красивые, но они такие все в теле были, но, ну, для меня они очень красивые, ну, но... mm -hmm. для них я была какая-то очень маленькая, ну, Хоча смішно говорідам. До речі, ти знаєш, що недавно розгорівся скандал щодо ще одної учасниці, яка в цьому да. році приймала участь, це Вікторія Щелко. От як ти поясниш те, що вона теж привезла корону, взяла перше місце і скрізь про це ходить ну, нього і розповідає? У конкурс був? Uh, в она говорящего она была миссвор плюсай нет но ну, у неё не, нет такого кон, Ну не было на на этом конкурсе она была на конкурсе вот один плюс один снял сюжет очень классный сюжет он все рассказал он даже позвонил потом Вктория да, ты... нет я мисс uh -huh. мира она не мисс а миссис миссис а, а, Global и international uh -huh. но ну, global international это извините не мисс мира много конкурсов А на вещи ты сейчас... думаешь она так сказала за um, номер... я просто ее знаю очень давно и она хочет славы она uh -huh. она везде говорит я мисс мира я вот вот я... А, для чего она это делает она очень много у кого там что-то просит в инстаграме да там, дайте мне крем, дайте мне платье, она вообще пишет вот прям письма, и, и она их, ну, реально она просит, да, и там а, у нее очень много там видео, где, например, даже она голая, uh -huh. прям в Инстаграме реально, там, это просто мы, у нас а, как бы плюса из девочки, да, вот я рассказываю, что у нас такой круг общения, все, всех знают и обо всех. Uh -huh. Все знают, и как бы у нас любят эту тему поднимать, обсуждать, и, наверное, первая я сказала что, извините, почитайте на ленточке, что у этой женщины написано. Миссис Глобал Интернешнл. Есть конкурс Мисс Курви модель, это фигуристая девушка. Ну, абсолютно. То, То она таким чином хотела привернуть Конечно. до себя увагу, сделать пиар каком... на брехни. Да, я в каком-то шоке. Вот она приходит на телевидение, да, и, и они не, не смотрят, в каком конкурсе она участвовала. Они сразу верят словам. Всю информацию надо проверять. Тем более, вы бы почитали все комментарии, которые пишут под под вот это ТСН, да, угу. вот, что она участвовала в Супермаме, что она обманщица, лгунья. Ну, человек как-то так хочет а, самореализоваться, поднять свою самооценку. Я не знаю. Ну, это для меня это смешно. Я, например, я не люблю, я люблю справедливость. Ну, угу. вот ты участвовала в каком-то конкурсе, сказала. Она еще очень интересно, да, О организатор делал... конференцию в Укрин форме мы потом пришли даже кстати в укра форм и там не было щелко потому что а, щелко только приехала и сама себе насрубила да, типа это. вот в Новость я Міс Міра. Окей, а хто її туди якби, ну, відправляв в Дубаї? Хто взагалі є її керівником? Я знаю, що є е, Котельникова, да, Тетяна? Тетяна Котелкіна. Котелкіна, У нее официально есть документы, что uh -huh. она. А, 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 вылетела за Кто ее отправлял? Ирина Зайцева. Uh -huh. И после этой новости у меня инстаграм-то uh, 750 тысяч подписчиков. Мне очень много приходило информации, что uh, искали девушек, которые uh, могут оплатить этот конкурс. И прям вот у меня прям скрины, есть даже голосовые скрины, что за первые три места предлагали, ну, если ты платишь 2000 евро, ты получаешь одно из, перв... одно из главных мест. Угу. Если платишь 6000 долларов, то ты получаешь главное место, первое место. И, ну, наверное, ж, у меня эта информация, у меня даже на странице есть, это не секрет, она просто купила это первое место она себя сама короновала и поехала угу. это ну но ну, это факт угу. то есть я например мистя все везде... продаются нет нет у нас не продаются потому что а, у нас девушки приходят и они общаются между собой да они это все честно я сейчас на данный момент сижу в жюри Uh -huh. И, например, никто мне никогда не платил, ни, ни организаторам, ни мне. И я даже такого не слышала. Все честно, потому что. А... Знаете, подготовить девушку плюс-сайз это очень тяжело, потому что они, знаете, как в ракушке, они закрыты, у них какие-то есть комплексы, и вот эти конкурсы созданы для того, чтобы их открывать, вот, чтобы они видели, что они не, не страшные, да, и что если там человек на них сказал там, ой, ты жирная, да, чтобы они не воспринимали это, потому что один человек сказал, ты там полная, да, а много сказали, боже, ты красивая, ты обалденная, ты уникальная, и эти у нас проекты направлены для того, чтобы да, раскрыть угу. девушек. Они вот, вот так вот нечестно, как вот это Щелко, да, купила себе корону, заплатила деньги, ну, без подготовки, без ничего, поехала и сразу дали корону. Ну, так нечестно. Я за справедливость. Я теж за справедливість. Хочеться поговорити трішки про твоє дитинство, тому що в деяких змін написано, що ти народилася в Києві. З інших джерел я прочитала, що ти народилася в Лубнах. Давай розвіємо ці міфи, де да. ти народилася насправді. Я родилась в красивому городі Лубни, Полтавської області. Красиво, У нас нереально красивый город я этим горжусь просто из-за того что а, я как бы всю взрослую жить проживаю в Киеве и когда меня спрашивают откуда ты я говорю я с Киева ну я Как бы, я не говорю что я родилась родилась в городе Лубны ну как бы с киева и просто у нас зМ как я говорю да вот что сказал вот то и правда да? ну, некоторые не проверяют а я не про себя про некоторые другие информации вот сейчас мне прислали статью очень интересную про меня. Угу. Мои фотографии везде. Мила Кузнецова, бардовая певица. Оказывается, просто... Такая есть такая спевачка Мила Кузнецова, которая яка есть, народилась есть. в Самаре. Я тоже это читала. <laughs> и она выпускает, пишет свои версии, пишет песни. И у нас, це, кстати, день рождения 21 июня. И у нее, да, и у меня. Я подивилась, так. Да, да. так это, ну, типа, правда. И это же не и я. Сам... И это просто придумали, что, как бы, мои Але фотографии... Но твои, понимаешь? Да, да, да Под да, да, ее Світлини твої. А, тож ти народилася в Лубнах. Да. А, розкажи, яким було твоє дитинство. Ти кажеш, що ти зараз а, стала незакритою, ти стала, ти гордишся а, своїм ну, тілом, своєю да. фігурою. у мене мама була більшим начальником, mm -hmm. і у особо времени на моє з не було. А, ну, я це навіть не скрываю. мене в 9 місяців віддали з манежем, а, в садик. со мной там все нянькались. Я, конечно, самая любимая была в садике, потому что я была самая маленькая. И все, например, заканчиваются уроки, меня отвозят к бабушке. И там в воскресенье привозят назад, там моют и отправляют в школу. У меня такое было детство из-за того, что, наверное, мама была начальницей, мне не разрешали ничего рассказывать вообще. А да. мама была кривником Ким Сама. Ну, мама, працювала? моя работала начальником финансового управления города, она mm -hmm. еще была заммэром. А, сейчас она. Серьезно, посада? Да, да. И мне нельзя было ничего лишнего говорить. И Но я... тебя не мало тогда в школе ображать, я так понимаю? Чи а я меня была? в школе никто и не воображал. Да? Ага. Я такая была. Я стеснительная была, но я себя в обиду не давала, тем более в школе. Uh -huh. И не было такого. Знаете, у меня в классе была девочка, наверное, полненькая. Вот все обиды, все образы вот были в ее сторону. Меня это обошло. Тем более я не считаю себя там очень полной, да, там, да, у меня есть там некоторый лишний вес, некоторые и Це нічого страшного. Я займаюся спортом, я кайфую від життя, я путешествую. І я хочу сказати, що вот кожен а, такий активний, як я. І угу. в школі, в принципі, ніхто меня не обижал. Угу. а, Ти приїхала в Київ, напевно, як і всі ми. Ти э, вступила до вищого навчального закладу, і да, за... яка твоя освіта? А, я закончила а, Харківський інститут. экономики, рынковых отношений и менеджменту. Я экономист и закончила э, э, университет, университет МВД. И я юрист. У меня два высших образования. Я заочно закончила. И я сначала училась в колледже у -у -у. заочно один институт и второй закончила. Два высших образования: юрист и экономист. Протеешь зараз за специальностью? А а ну как бы я числюсь. У меня есть, если честно, у меня есть работа. Uh, но она, например, я не хожу в суды, У меня, uh, у меня есть договора, которыми я занимаюсь и контролирую Вот. Тобто ти на фрілансі працюєш, Так, да, да. Угу. і мені цього вистачає, в принципі, на життя я не жалуюсь. Я как вже давно київлянка, живу в Києві, прописана. Я в Києві. Чому якби запитала? Тому що з деяких джерел написано, що ти працюєш помічником адвоката, і чи на даний момент чи на даний момент ти працюєш, і якщо не секрет, то можливо це якась відома людина в Україні, адвокат. но я зовут Юлиан Николаевич принципе ага. это не секрет не буду говорить фамилию а, но он работает адвокатом угу. и юристам на ферме вот я у него помощник все что <с�аля> я могу сказать официально принципи оформно ну, так... да. <саля> класс Раскажи... Ми говорили також про говорили про твоє дитинство і мені хочеться чисто знаєш з дівчачої такої сторони в тебе розпитати. Пишні груди в тебе саме від кого? Від мами, від бабусі. У меня у мамы большая грудь, ну, да. у мамы такая чуть-чуть другая фигура, она ниже меня, у нее худенькие ножки, а, а у меня такие ножки нормальные и грудь нормальная. А вообще, наверное, от папы. Мне сказали, что... У по папе дни, не линии, так? По линии. Угу. От папы, да. По папе на линии у меня был ну умер сейчас дедушка и у него была сестра и сказали что вот копия я угу. вот моя фигура большая грудь она чуть-чуть ниже была так что и чуть-чуть от мамы чуть-чуть от папы и получилась я ну в детстве тебе доводилось прикрывать потому что я чему запитала че Не було чи не ображали там в школі е, ну, діти, ти знаєш, вони дуже жорсткі. А, як як в, в дитинстві було? Я ж так розумію, що там да, дитинстві... перше, що виросло, це груди. Грудь, да. Я в дитинстві була нереально реально стіснительна, широкі речі. І, якщо чесно, я вже не зазначала, що у мене грудь виросла. Мені вже подружки говорили, Міла, давай покупай лівчик. Если честно, да, я такая была стеснительная что я насобирала деньги, пришла на рынок, я говорю, мне первый размер, uh -huh. она говорит, ну вам уже наверное третий, четвертый надо, давайте, ну померяйте, я думаю, как это, я буду померять, нет, я думаю, в первый я влезу, потому что это мой первый лифчик, я с мамой конечно не общалась, мама это конечно большой минус, мама мне не рассказывала, uh -huh. не показывала, и я купила лифчик, пришла домой, а он маленький, и я так расстроилась, у меня еще он так сильно натер, я один день не мне пришлось собирать деньги на второй лифчик, потому что я настолько стеснялась, что я не стыдно была у мамы маме сказать, так как мама мне не рассказывала, мне стыдно было сказать, мама мне надо лифчик. Uh -huh. И вот так вот получилась история с первым, первым ливчиком. И я, наверное, увидела, что у меня грудь выросла, наверное, третий-четвертый размер был. <laughs> я такая думаю, да, уже надо личик покупать. <laughs> Но я, да, я нереально стеснительная. Вот эти мешковатая одежда, школа, ну, такое у меня было. Uh, такая маленькая серая мышка и когда я уже пошла учиться дальше uh, в колледж я уже такая я поняла эту фишку что большая гость, да это это классно и когда ты это зрозумела и начала этим курстуватися давай так да в колледже uh -huh. у меня uh, поменялся круг друзей да появились новые подруги которые о мило то ты же классная давай у меня была подружка Таня uh, она такая говорит а было такое еще модно, там, меняться вещами. И она такая, вот, одела на меня там, такую черную кофточку с декольте, и мы там идем, а все такие, вау, вау, я уже поняла, что это красиво, и что этим можно пользоваться. А у меня, кстати, всегда хорошие оценки были. И самое по ты начала это декольте? Да, да, Я с колледжа, я проучилась там три года, и а, я уже такая была, вот, Самое активное, наверное, в группе. У нас там было три девочки, и вот мы такие были прям вау-вау-вау. И я уже начала одевать классные, красивые вещи. Я, ну... Ты одежды шеешь, или купляешь? Ой, я, скорее всего, покупаю. Покупаю одежду и сразу несу к моей она Обычно красивая одежда это там... Моего размера это большие плечи, закрыто здесь, у меня уменьшают плечи, там делают декольте, здесь делают какие-то выточки, ушивают, и тогда у меня нереально красивые платья, когда мне говорят, мила ты где это платье купила, а я его купила некрасивым и сделала просто под себя. Uh -huh. Я уже привыкла, что прям вся одежда отправляется к портнихе, и я просто делаю ее под себя. Люб... Любое платье можно сделать под себя. Ти володарка рекордних для України грудей, найбільших, да. найбільших в Україні 15-го розміру. Розкажи, як сюди ти потрапила, як цей відбувався теж конкурс? Да, да. ну Звісно, у нас є книга Реєстр рекордів України. Так. І я подала заявку. А, і... ти сама подала. Ну, угу. да, там, конечно, на... І через що доводилось проходити, як це все відбувалося? Ну, вообще проблем не было. Uh -huh. я, я знала, что у рекордсменки там объем был. У меня еще до этого. Ну я померили. знаю, что тебе ты рассказывала, что тебя отправляли доклика, проверяли, че где-то твои груды. Я... Не то, что до лекаря, я со съемочной группой ехала к... к врачам, делали снимок, потому что uh, надо было удостовериться, что это натуральная грудь. Uh -huh. И после этого мы уже сделали рекорд. Э, и после вот рекорда мы померили. У меня даже больше 15 размера, потому что у меня объем груди 136 сантиметров под грудью 90 сантиметров mm -hmm. Просто у меня очень большая разница э, объем груди и объем под грудью. Обычно женщины с большой грудью, они такие ну, с животиками, полненькие, у них размер. Меньше угу. а, потому что а, считается как а, разница объемов. И после этого ну, вот мы установили рекорд и сейчас я угу. нормально себя чувствую. А як до речи, батьки твои относятся э, до этого? Ну я просто звоню и говорю: Мама, включи телевизор там тогда-то, тогда-то. Вот э, будешь смотреть эту эту передачу? Мама, мне ничего не говорит. Там, не делай этого, знаешь, куда ты лезешь. Она, ну, в принципе, делает, что хочешь. Ну, нету такой поддержки там. Ой, там, я тебя видела в какой-то программе, ты там классная, ты там что-то то сказала, что-то не то. Она может позвонить и сказать, а зачем ты говоришь а, на себя, что на тебя говорят, ты толстая, не говори таких слов. Я говорю, ну, мама, ну, так оно и есть. Я говорю, я просто на эти слова не обижаюсь. Я говорю, это нормально. Ну, ну, ну так и есть. Некоторые люди говорят плохие слова ну, я могу об этом рассказать но uh -huh. я не могу сказать что супер поддерживает папа. Папа вообще, ну, йому как бы сообщили, він такой, так, да, да, увидел, не ні увіділ, мені очень рядко вот ну, До себе приїжджаєш в Лубни, ти себе відчуваєш там зіркою, тому що ну, в Києві ти звичайно ходиш на різні да. телепроекти, там, ну, відкрити твою сторінку в Інстаграмі, вона в тебе дуже активна і ти зірка. А як приїжджаєш в своє місто, як сприймають ті ж твої однокласники, можливо, які вони там Да, они и все меня знают, потому что я, ну, даже незнакомых людей вижу: они такие, а, это ж ты была там в такой-то, такой-то передаче, а я тебя видел в такой-то передаче. И каждый человек, когда меня видит, он пытается вспомнить, в какой же передаче он меня видел. Это так смешно. И очень узнают люди. Ну, я вообще так думала, кто у нас в Лубнах такой вот знаменитый. У нас есть певец Дорош. И я так знаю. Да, и Волдымир Дорош. Дорош. И, ну, я вот думала, кто у нас вот такой медийный. И как бы... И ты. И я. Класс. Все. никого не знаю. Uh, про що мрія Міла Кузнєцова? Твої мрії всі збулися, що ти там хотіла, бо ми дівчата любимо мріяти. І більшість моїх мрій, до речі, здійснилися. Uh, що ти ще хочеш, щоб відбулося в твоєму житті? No, про що мрієш? Я, я би сказала, що мої мрії теж всі збулися. І, може бути, я хочу, там, не знаю, може, якусь машину купить там квартиру еще одну квартиру потому что у нас такие сейчас будут пенсии маленькие и там пенсионный фонд я же такая думаю о боже откуда потом брать деньги надо как-то там когда есть возможность что-то вкладываться ну какие-то такие бытовые мечты а в плане карьеры карьеры в принципе все что я хотела я я имею, ну, возможно, может быть. А, я просто встречалась с некоторыми людьми, и меня спрашивают, Мила, почему ты не поешь? Uh -huh. а, мне даже сказали, напишут песню. И даже не один человек. Ну, возможно, запою, ну, кто его знает. <laughs> я еще, конечно, не готова, но в жизни все бывает. И, не знаю, возможно, вот там какая-то будет передача со мной. Я ведущая. Ну... Я такі плани прям грандіозні не строю. У мене в житті так, от, все легко, все без бізнапряга. І от, подарила можливість судьба. Я цією возможностью воспользуюсь. Угу. У нас, до речі, є традиція: я кожного ранку ставлю афішу на своїй сторінці в інстаграмі і пишу ну, розповідаю, хто у мене буде. І тобі дуже. Багато людей тоже поставило вопросы, я их буду зараставывать, и ты шведенько Хорошо. на них будешь отвечать. А, что вы посоветуете девушкам, неуверенным в себе? Ой, я посоветую не обращать внимания на плохих людей и окружать себя людьми, которые тебя вдохновляют, которые тебя хвалят, которые тобой восхищаются. И этим ты уверенность свою повышаешь. Угу. И зачем тебе вот такие люди, которые... Какие -то кадости тебе говорят и что-то вот хотя тебя как-то подколоть окружайте себя классную позитивными лаами класс, класс я люблю буты б люди кем мечтали быть в детстве Ой, я, наверное, мечтала стюардесса. И интересно, думала, буду путешествовать по всему миру. Это же так классно. И когда начала путешествовать, я вижу, что это реально тяжелая профессия. Ты постоянно в перелетах. Ну, думаю, зачем это надо? И, наверное, я для этого не изучила идеально. Стану-ка стану я известную на всю Украину. Ну, так вийшло, да. так. <рес> да. Какой ваш девіз по житті, пишуть? Девиз по житті? Девиз, девиз я не знаю. <рес> я пам'ятала і просто забыла, извините. Так. Окей, а Наступне запитання. Ви часто обираєте відвертий одяг з декольте. Це для того, щоб ще більше привернути увагу? Ну, мабуть, і це теж. Я люблю увагу. и если я считаю что меня природа наградила таким богатством зачем это скрывать под мешком треба ну, корувати да. и тем более декольте у меня нормально у меня просто грудь очень большая некоторые звезды носят вообще декольте аж до талии и как бы в принципе вопросов не возникает в принципе у меня там Для моєго розміру у мене маленьке декульте. Знаєш, знає, твоїм на маленьким декольте розміру, я да. якось так ніяковію <свісно> на, фоні, <свісно> на фоні твого декольте, Хоча я, до речі, теж одягнула декольте. А от саме на таких смішних нотах ми і закінчимо наш ефір. Я тобі... Дуже вдячна, що ти прийшла до нас на Київ ФМ» на програму Кава з молоком. Хай все, що ти задумала, здійсниться. Спасибо. Ну а ми вже зустрінемося рівно за тиждень у цій же програмі. Я вам кажу чаю, і у мене в гостях була модель плюс сайз Міла Кузнісова. До зустрічі. Що суботи зранку до Габріели Масандри завітають Селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть? Що їх тішить, і що бентежить. Невимішені розмови про життя. Щосуботи. Кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на Ютуб каналі Київ ЕФМ.